Сегодня мы приготовили для вас подборку турецких сериалов, которые вы уже пропустили. Открывает сегодняшнюю подборку сериал «Дикий». В главных ролях Азгюр Сари, Симай Барлас, Бертан Аслани. Сериал рассказывает о борьбе за жизнь молодого человека, называющего себя Яманом, и о его друзьях. События сериала начинаются со встречи Ямана с Атешем и его девушкой Рюей, которые вышли из развлекательного клуба в полночь. В сериале «Красные бутоны» снимались такие известные имена турецкого кинематографа, как Асжан Дениз и Асгюн Амаль. Актриса Асгюн Амаль не снималась ни в одном проекте на протяжении долгих 9 лет. Она пережила глубокое горе и тяжелую утрату, когда потеряла любимого супруга. Поэтому поклонников, очевидно, обрадовало возвращение любимой актрисы к новой истории, которая интригует всех любителей сериалов еще с момента подготовки к съемочному процессу. В центре сюжета – история глубокой и чистой любви, которая способна не только возвысить до небес, но и под влиянием разных обстоятельств бросить в отчаяние и безнадежность. Судьба была не слишком благосклонна к главному герою. Его жизнь кажется абсолютно пустой, беспросветной, так как он давно перестал верить в любовь и счастье. Только воспоминания далекого прошлого красят вечера. Он смотрит на красные розы и вспоминает свою единственную любовь. Но однажды он увидит и познакомится с женщиной, которая также одинока и уже перестала верить в счастливое будущее. Она живет с разбитым сердцем и совершенно без надежды на что-то лучшее. Драма, которую переживают главные герои, полна всевозможных ярких эмоций, где преобладает любовь. Грязная картина в главных ролях Айча Бингёль, Деврим Якут, Серкай Тютюнджу. Сериал повествует о тяжелой жизни трех женщин, убирающих в богатых особняках престижного района Стамбула. Это история, которая заставляет то плакать, то смеяться. Приходя в чужой дом, они становятся свидетелями разных сцен. В каждой семье есть свои тайны и интриги. Они как картинки для грязного белья, знают и скрывают многое. Но лишь до поры до времени, до самоубийства одной из домработниц, которая выпрыгивает из окна виллы, где она работает. «Черный лебедь» в главных ролях Айбике Пусат, которая ранее снялась в сериалах «Повсюду ты», «Соколиный холм», «Фуркан Андыч», «Актай Кайнараджам». Сериал расскажет о драматической истории совсем молодой девушки, у которой было много жизненных испытаний. В жизни главной героини, роль которой воплощает актриса Айбике Пусат, очень много трудностей и испытаний, она весьма привлекательна, умна и добра. Но жизнь к девушке всегда была сурова. Так сложились обстоятельства, что в совершенно безвыходной ситуации героиня пошла на отчаянный шаг. Под давлением обстоятельств молодая девушка была вынуждена согласиться на брак с мужчиной намного старше себя. Мужем юной героини оказался отец лучшей подруги. Девушка пожертвовала своим будущим счастьем, выбрав мужья человека, годящегося ей в отцы. Сериал «Совершенно другой я». В главных ролях Бурак Дениз, Ханде Эрчел. В центре сюжета сериала оказался молодой мужчина, который страдает некоторым расстройством личности. Прежде вежливый и милый молодой человек в любой момент может превратиться в грубияна и испортить окружающим настроение, причем сам того не желая. Кенан был журналистом и известной медийной личностью. Прокурор Лейла, приехавшая в Стамбул к родителям, тут же берется за работу. Она должна разобраться в обстоятельствах убийства и известного бизнесмена. Здесь же она знакомится с Кенаном и вместе они пытаются найти убийцу. Жестокое убийство Хамди Ателбая сводит пути Кенана и Лейлы. Кенан – журналист, который охотится за горячей новостью, а Лейла – прокурор, расследующий это убийство. Расследуя это дело, молодые люди постоянно наталкиваются друг на друга. С первого же взгляда их тянет друг к другу. Но что-то отпугивает Лейлу, она не доверяет амбициозному журналисту. Она считает, что он совершенно другой и скрывает важную информацию. И в какой-то мере она оказывается права. Это убийство раскрывает тайны прошлого, меняющие жизни Лейлы и Кенана. «Камень желаний» или «Однажды мимолетный» в главных ролях снялись Салих Бадемжи, Хазал Субаши, Азан Далунай, Аски Асберг. Сериал обещает зрителям увлекательное путешествие сквозь судьбу, любовь и трагедию. Современный мир кинематографа предлагает зрителям уникальные возможности окунуться в разнообразные миры, пережить судьбы героев и переживать с ними радости и горести. Сериал начинается с камня желаний в соборе Святой Софии. Семья Рона – богатая и влиятельная семья. Азан Далунай сыграет Кенана.
Главной героиней выступает девочка по имени Джамре. Из-за трагического стечения обстоятельств она лишается родителей и обретает опеку у родственников. Взрослея, Джамре переживает множество трудностей и быстро понимает, что только она сможет устроить свою жизнь и справиться с потрясениями, вызванными прошлым. В сериале «Одержимость» в главных ролях снялись Барыш Ардуч и Бру Шахин. В сериале вы увидите историю бизнесмена Бабюра. С пеленок его учили тому, что семья должна быть на первом месте. И он всегда придерживался этого правила. После свадьбы с Симин мужчина делал все для того, чтобы его супруга, а потом и дочь ни в чем не нуждались. Бабюр – молодой мужчина, женат на прекрасной женщине, и в семье растет замечательная дочь. Жизнь протекает со своими радостями и заботами. Однажды случайно молодой человек встречает собак, девушку, в которую он был сильно влюблен, даже нитьбы. В то время он пережил с любимой собак самое прекрасное чувство и был уверен, что проведет с ней всю свою жизнь. События сложились таким образом, что череда непредвиденных событий привела к разлуке. С болью в сердце Бабюр расстался с собак. Спустя годы он был уверен, что излечился от былой любви к девушке. Но стоило той появиться, как он понял, как сильно ошибался. Бабюр снова одержим, сжигающий его изнутри любовью. Сейчас ситуация другая. Он женатый человек, но чувства к собак, кажется, одолевают его. В сердце мужчины происходит сильнейшая борьба. Быть верным мужем и оставаться со своей супругой в семье или отдаться головокружительной силе страсти с собак. Одержимость – чувство разрушающее.